Более 20 лет в столице Заполярья организуют конкурс «Ступеньки мастерства» для работников дошкольного образования. В этом году открытие профиспытания торжественно состоялось в Мурманском детском саду номер 50. Состязание также остается муниципальным этапом всероссийских конкурсов «Воспитатель года России» и «Педагогический дебют». «Ступеньки мастерства» – название городского профессионального конкурса, торжественное открытие которого состоялось в Мурманском детском саду номер 50. Участие в первом этапе испытания приняли 390 педагогов. Среди них – воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники. От конкурса я ожидаю получить новый опыт, познакомиться с педагогами, которые действительно имеют высокий рейтинг в Мурманской области. Ну и в целом, я думаю, что это достаточно высокий опыт, который я могу получить именно здесь. В этом году в конкурс добавили еще одну номинацию – «Педагогический дебют» для специалистов, которые работают меньше 3 лет. По словам жюри, для педагогов важен не столько их творческий подход к выполнению заданий, сколько умение взаимодействовать с детьми. Как бы воспитатель или педагог не проводил презентации, мастер-классы, подготавливал какие-то виртуальные материалы к анализу, но самым главным является то, как он проведет педагогическое мероприятие с детьми. Сможет ли он установить контакт с детьми? Сможет ли он удержать его на протяжении всего времени? Сможет ли он у детей, которые видят его в первый раз, вызвать интерес, любовь к себе и как огонечек этот вот интерес поддержать. Во второй этап прошел 21 специалист. Ну а победителя конкурса определят 5 марта. Их выберут в двух номинациях – «Педагогический дебют» и «Воспитатель года». Груша, а теперь вы попробуйте. Тут, наверное, я.